Всем привет! Много недель назад у меня случилась проблема с токобока, но в телеграм-канал я попробую перезалить персонажа, чтобы вы запомнили, как они выглядят. После того, как я скачала 92-ю версию. Давайте проверим лайфхак от политока. Слушайте, у меня несколько недель назад уже как давно лагает тока. То есть фикс вылеты, далее, ну и такое, что вы можете заметить. Ну, короче, слабое устройство. Не знаю, что уже делать, но как другим удается скачать токубоку без всяких лагов? Давайте проверим. Так, что ж. Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал Политока. И сегодня я вам покажу, как скачать взлом игры Токобока. Так как мне часто в Телеграме пишут, что у них не получается скачать взлом, и сегодня я вам покажу полный обзор, как это сделать. Но перед началом хочу извиниться за такое отвратительное качество. В прошлом видео я говорила, что с этим новым обновлением нам пришли куча новых пак. Надеюсь, что Токобока их скоро исправит, потому что в игру играть просто невозможно. К сожалению, с этим я ничего сделать не могу, поэтому, пожалуйста, потерпите немножечко. Ну что ж, теперь приступаем к нашему просмотру. Я тоже приступаю к этому просмотру. А то я, главное, надеюсь, никаких лагов не будет. Полин, обещаешь? А то у меня, наверное, слабое устройство. Что уже настройки мне уже не помогают. Вообще, что ли, разработчики офигели? Ладно, давайте. Чтобы найти взлом, вам нужно зайти в мой телеграм-канал. Я часто говорю то, что ссылка на мой телеграм-канал в описании. Но, видимо, многие не знают, как открыть описание, поэтому давайте я вам сейчас покажу. Открывайте абсолютно мое любое видео, нажимаете на «Больше», и видите, у вас открылось описание. Видите, там разные ссылочки. Вы заходите на телеграм-канал. И готово, вы теперь в моем телеграм-канале. Если у вас до сих пор не работает ссылка, то давайте я вам покажу, как найти просто так мой телеграм-канал. Понятное дело, для этого нам нужен Телеграм. Заходим в строке поиска, вводим политока. Ребят, а мы с плеймодом выживем как-то? Ну, я думаю, мы переживем славно. Готово, вы вошли в мой телеграм-канал. После этого нажимаете на закрепленное сообщение и скачиваете этот файл. Это как раз-таки и есть взлом. После этого нужно подождать, чтобы он загрузился. Вы можете выходить из приложений, там играть в разные игры, пока этот файл загружается. Когда он загрузился, вы нажимаете на этот файл. Выбираете любое приложение, через которое вам удобно как бы его скачивать. Вот видите, у вас есть слово «обновить» и «скасувато». «Скасувато», если что, это «удалить». Вы нажимаете на «обновить». Если у вас будет там «установить», а не «обновить», то тогда у вас летят все локации. Но если у вас там будет слово «обновить», то все дома, все персонажи сохранятся. Это все зависит от взлома. Готово. Ребят, у меня нет такого. Токубоку мы скачали, но это еще не все. После этого вы заходите в нее. Но прежде чем играть, вам нужно скачать приложение Play Mods. Если оно у вас уже скачано, то вам это не выскочит. Но если еще нет, то придется, к сожалению, скачать. Видите, внизу в фиолетовом овале слово Download in Play Mods написано. Вот нажимаете на него. Вас перебрасывает, нажимаете на Download Now, вот это вот белое слово вверху. Вот это выскочило, если что, сообщение, типа, вы хотите, чтобы вам это приложение отправляло сообщение? Можете его заблокировать, можете разрешить. Я разрешаю. Потом нажимаете скачать, и вот оно у вас скачано, готово. То есть, видите, у вас скачано Токобока и этот Play Mods. После этого можете смело заходить в Току и в нее играть. Вот видите, в этом взломе можно было обновить приложение, точнее, Токубоку. А как можно скачать игру без лагов, дорогие мои? Может, вы поймете? Надеюсь, она мне поможет. Давайте я напишу. Давайте. Ну, я думаю, у кого-то BQ и... У них нет функции на шторке телефона запись экрана. У меня она есть, но... Не такой кружочек, вот там. Лучше сказать, как остановить лаги в токе. Просто у меня игра лагает. По неизвестной
причине. Я уже у многих токеров спрашивала. Они не сняли. Или сняли. Я не знаю. Скажи, как. Готово. Отправила ей такой отзыв. Ребят, я надеюсь, у меня все получится. Но мне нужно скачать этот дурацкий played мод. Ну, я думаю, мы переживем как-то. И расскажите мне причину, почему у меня лагает игра.